Привет! Обычное учебное утро нашего университета не предвещало ничего плохого. Однако все планы были сорваны падением метеорита, как студенты восприняли чуть не случившуюся катастрофу. Все это ты увидишь в нашей программе. С вами Молодежный проспект и Андрей Михалюк. Скажи, что ты видела 15 февраля утром? 15 февраля утром я сидела на паре и видела падающие стекла, летящие на меня, разгром полный, первые впечатления ужасные, кажется, что началась война. Когда мы выбежали из аудитории, и рядышком прибегал человек с окровавленными руками, это было просто состояние ужаса. На самом деле было очень страшно, но несмотря на это, я была удивлена, не было давки. Мы, естественно, первым делом хватаем все сумки и выбегаем из аудитории. Было реально страшно, мы думали, что какой-то там теракт первый, в первую очередь, потому что, облако, даже и подумать было как-то странно, что это метеорит. На месте событий оказался наш корреспондент Татьяна Максимова. Привет, Таня. Привет, Андрей. Расскажи, что случилось? На самом деле, то утро я, наверное, запомню на всю жизнь. Оно стало поистине бодрящим для нас, для всех. Мы находились как раз в это время на паре в третьем корпусе, в одном из наиболее пострадавших. В момент вспышки, конечно, все сразу проснулись. Спящие, не спящие. Мы все моментально подбежали к окну, стали смотреть, что там. И в этот момент раздался взрыв, и только чудом у нас никто не пострадал, так как окно было пластиковое, и оно сдержало волну вот этого самого взрыва, только полетела сверху какая-то штукатурка, еще что-то, и нас, естественно, моментально стали эвакуировать, мы стали собираться, и вот у меня даже есть запись, оперативная, так скажем, съемка, она может быть не такого качества, как хотелось бы, но все же я думаю, что будет интересно посмотреть. Давай глянем. Что случилось? Смотри. Вот, в общем-то, все. Таня, ты поступила как настоящий журналист, камеру успела включить. Не испугалась, что ли? На самом деле нет. Наверное, потому что не осознавала всей серьезности происходящего. В принципе, студенчество – народ веселый, он всегда за какое-то движение. И вот как здесь видно, мы все стали выбегать на улицу, но хочу подчеркнуть, что паники среди одногруппников моих вообще никакой не было. И только когда мы уже вышли на улицу, мы поняли, что случилось действительно что-то глобальное. Да, это действительно было жутко. Камеры видеонаблюдения нашего университета зафиксировали те страшные минуты. Еще раз посмотрим, как это было. Падение метеорита – явление редкое, но по воле случая небесное тело пролетело именно над Челябинском. Но студентам, прошедшим огонь и воду университетской жизни, метеорит не помеха. Они дружно и оперативно заклеивали окна в родном университете и общежитиях. Как продолжилась жизнь и учеба в студенческом городке после падения метеорита, расскажет Таня Максимова.
В это бодрящее для всех южноуральцев утро ничто не предвещало беды, когда примерно в 9 часов 20 минут вдруг резко встало солнце. Именно так некоторые горожане восприняли яркую вспышку от падающего метеорита. Абдул-Карим, студент Института международных отношений ЮРГУ, в это время спал и от слепящего света только накрыл голову подушкой. Это и спасло его лицо от падающих осколков окна, возле которого стояла кровать. Когда я разбудил, это шторы там был, вот это шторы там был, это шторы сразу, потом все эти стекло, она прилетела к нам. Абдул-Карим ничего подобного в своей жизни не испытывал и до сих пор с замиранием сердца вспоминает, как раненый осколками выбегал из общежития. Очень страшный взрыв я видел. В это время я не помню, что я сделал. Такой страшный момент, я не знаю, я не видел совсем. Во всей жизни я такого не видел. Всего в университетском студгородке было выбито порядка 700 окон. Где-то временно забили рамы фанерой, в некоторых комнатах затянули пленкой. Но на самом деле стало еще теплее. Отопление усилили в общежитии, и пленкой так плотно забили, что еще жарче, уже с открытыми окнами сидим. Многие студенты во время падения уральского пришельца были на занятиях. Артем вместе с одногруппниками в этот момент как раз находился на паре. Когда все поняли, что вспышка произошла за окном, подскочили, разумеется, к подоконнику, только отошли от окна, вышли в коридор, и произошло вот этот тот самый хлопок, такое чувство какой-то безысходности, наверное, незащищенности. Пока мы передвигались по коридорам, были видны эти осколки, был дым, была пыль. Взрывной волной в университете выбило порядка 1500 стекол. И только чудом никто не получил серьезных травм. Уже к обеду в ЮРГУ прибыли добровольцы, готовые помочь в устранении последствий визита космического гостя. И в течение двух дней, 15 и 16 февраля, волонтеры приводили наш альма-матер в порядок. Как ни надеялись студенты на непредвиденные каникулы, в понедельник занятия все же начались по расписанию. Мы решили узнать о впечатлениях студентов от непривычных февральских метеоритных осадков. Вполне спокойно, все шутят. В этой аудитории очень жарко. Да, вспышка была, я думал, встречка. Потом думал, машина взорвалась. Но мой товарищ сказал мне, что это снег с крыши сбрасывает, и я успокоился. Я просто очень сильно удивилась. Сначала думала, что это может быть у меня полигон рядом с домом. В Челябинске подумала, что там какую-то бомбу новую взорвали, и я отнесла на жилые районы. И проснулась от того, что окна раскрылись, и я стекло полетела. Очень неплохо себя чувствую, только солнце чуть ярко светит. Сейчас хорошо все. Стоит отметить, что университет очень четко и слаженно сработал во время экстренной ситуации. Служба охраны организовала эвакуацию студентов. При ЮРГУ оперативно был организован штаб по устранению последствий бедствия. Также был создан центр психологической помощи детям и взрослым на базе кафедры психологии. Университет за один день решил все основные свои проблемы, связанные с подготовкой здания к учебному процессу. Мы дальше продолжаем восстановительные работы, но у нас есть возможность, полная возможность в полной мере проводить все занятия, лекции, лаборатории, значит, и учить студентов дальше. На данный момент еще многое предстоит сделать. Восстановительные работы не прекращаются, но уже сейчас многие говорят о втором дне рождения нашего города, да и всей области. Ведь несмотря на разрушения и сотни осколков, которые сыпались отовсюду в то утро, не погиб ни один человек. И приятно, что никто не остался в стороне, придя на помощь друг другу в этой совсем нетипичной ситуации. Теперь, наверное, в каждом уголке мира знают, что Россия – это не только Москва, вокруг которой простирается глухая тайга, но что здесь еще есть как минимум город Челябинск, чье название теперь у всех на слуху. Иностранцы на форумах завидуют со словами: «Ну почему все самое интересное всегда происходит в России?» А я вам больше скажу, у нас еще и люди на такие события умеют реагировать со здоровой ноткой юмора.
постапокалипсис не случился, и нам будет о чем рассказать внукам. С вами была программа «Молодежный проспект» и ее ведущий Андрей Михайлюк. Пока!